Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим новогодний десерт из мандариновых долек в белоснежном, как снег, креме. Сказать, что вкусно, ничего не сказать. Это потрясающий десерт, который легко готовится. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 150 грамм белого шоколада ломаем на кусочки и складываем в чистую и абсолютно сухую миску. Сюда же добавляем 120 мл сливок. Сливки можно использовать жирностью от 20 до 33%. Миску с шоколадом ставим на паровую баню. Дно миски не должно касаться воды в кастрюле. Огонь конфорки такой, чтобы вода в кастрюле слегка булькала. Топим шоколад со сливками, периодически перемешивая. Как только примерно половина шоколада растопилась, а половина еще осталась в виде твердых кусочков, снимаем миску с водяной бани. Продолжаем перемешивать шоколад до полного растворения. Растопленный шоколад оставляем, чтобы он остыл практически до комнатной температуры. Пока остывает шоколад, подготовим мандарины. 5-6 мандарин очищаем от кожуры. Мандарины разбираем на дольки и очищаем от белых прожилок. Также у меня на канале есть и другие очень вкусные десерты, смотрите их по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Шоколад уже остыл, вливаем в него 200 мл несладкого густого йогурта комнатной температуры. Все перемешиваем. Для удобства я все переливаю в посуду с носиком, у меня получилось 450 мл готового крема. Собираем десерт. В креманке на дно кладем несколько долек мандаринов. Заливаем мандарины подготовленным кремом, пока они не покроются. Опять кладем дольки мандаринов, прижимая их к стенкам креманки. Такая укладка нужна для того, чтобы дольки мандаринов было видно через стенки креманки. Опять заливаем все кремом. Так собираем весь десерт. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 креманки по 350 мл. Десерт ставим остывать в холодильник минимум на полчаса. Десерт остыл, украшаем его сверху мандариновыми дольками. На крупной терке трем небольшое количество черного шоколада. Тертым шоколадом посыпаем десерт сверху. Новогодний шоколадный десерт с мандаринами получился с восхитительным вкусом и очень нежной консистенцией. В нем отлично сочетается сладкий белый шоколад с нежным йогуртом и легкой кислинкой мандаринов. Обязательно приготовьте такой десерт на новогодний стол, тем более готовится он очень просто. Если вам понравился рецепт такого новогоднего десерта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.